Уроки мира продолжают проводить в ульяновских учебных заведениях. Преподаватели рассказывают студентам об истории нашего государства и отношениях с братскими народами. В этот раз просвещали молодежь из Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению преподавателя Юрия Гриценко, студентам полезно посещать подобные лекции. Ребята не всегда понимают, что происходит у нас с Украиной. Я, например, на это смотрю с той точки зрения, что это давно надо было сделать. Давно. И я сейчас смотрю с той точки зрения, что я считаю, что эта война закончится, или операция военная, она закончится достаточно быстро. Никита Семушкин учится на юриста и экономиста одновременно. Урок мира молодой человек посетил впервые. Студент часто обсуждает политическую обстановку с друзьями. По словам Никиты, многие поддерживают его позицию. Нейтральная такая позиция, внимательно наблюдаю, но причины того, почему это случилось, понимаю. Европа уже активно выражает агрессию, в том числе и блок НАТО стал приближаться ближе к границам, а во-вторых, это движение неонацистов. Историческо-политические лекции продолжатся и в других вузах Ульяновска. Школьные учителя тоже присоединились к движению. Виктория Черкова, Артем Куранов. Улправда ТВ.